Друзья, всем привет! С этими событиями, с Митей, вчера, сегодня замотался и совсем забыл сделать объявление на нашем канале. Кстати, Митя сейчас спит. А прежде чем сделать объявление, хочу рассказать вам такую историю, которая произошла с моей мамой в начале 80-х годов. Моя мама с одной своей подружкой, они работали вместе на заводе. И вот, возвращаясь после смены с завода на общественном транспорте, на трамвае, вышли на остановку. А на остановке стоит женщина с таким, знаете, раньше были такие на шеях лотки такие деревянные, а в лотке, если кто помнит, раньше в советские времена продавали такие лотерейки, там спринт-лоту или такие, вот они такие, надо было отрывать и разворачивать эти лотерейки, такие моментального выигрыша. А моя мама периодически покупала такие лотерейки. И вот эта женщина, продавец этих лотереек, к моей маме, ее узнала там, женщина, купите, пожалуйста, лотереечки, вот осталось у меня буквально вот 1-2 штуки, возьмите, заберите. Мама моя, да не нужны мне, я у вас 100 раз брала, уже ни разу не выиграла, кроме там 50 копеек и все. И вот женщина, ну купите, вам повезет обязательно, купите. И в общем моя мама отказалась, не купила, зато подружка ее забрала две последних этих лотереечки себе, хотя ни разу до этого никогда не играла и ничего нигде не выигрывала. И что вы думаете, мамина подружка выиграла автомобиль ГАЗ-24, Волгу. Кто помнит советские времена, знают, что такое для советского человека была автомобиль «Волга». Это как сегодня, наверное, автомобиль «Майбах» или «Роллс-Ройс». Примерно вот такого вот роскоши в те времена. Почему я рассказал эту историю? А потому что, если вы помните, некоторое время назад нам на канал с небес упал халявный мешок пеностекла. Грунта Grow Plant, в который мы с вами сажаем наши с вами орхидейки, делаем экспериментальные посадки, такой долговечный, влагоемкий грунт, многообещающий причем. И я тогда сказал, друзья, у меня уже есть грунт, я его купил, и эти 25 литров халявного гроу-планта я предложил отдать в группу ВКонтакте «Архамания», чтобы по 5 литров 5 человекам разыграть бесплатно этот грунт, и чтобы 5 участникам группы ВКонтакте «Архамания», являющимися зрителями нашего канала, достался бесплатно этот грунт. И вот я забыл, замотался сделать объявление в том, что администраторы нашей с вами группы «Архамания» ВКонтакте, Игорь Ведерников и Анна Лапшина, организовали розыгрыш этих 5 порций по 5 литров всем участникам этой группы. И он завтра заканчивается, поэтому кто еще не принял участие, заходите в группу, там прям на главной полосе в ленте прикрепленный пост об этом конкурсе, о розыгрыше 5 по 5. Вот 5 человек по 5 литров. В общем, вот такое объявление, друзья, заходите. И неважно, выигрывали вы, не выигрывали, может быть, именно в этот раз вам повезет выиграть 5 литров. И вам упадет этот роскошный грунт. В общем, друзья, всем хорошего настроения, хорошего вечера, у кого-то хорошего утра. Пока-пока, до встречи в следующем видео. Зайдите в группу ВКонтакте. Ссылочку на эту группу я оставлю в первом комментарии, кто не знает, в первом комментарии под этим видео. Все, пока-пока.